Как делать переводы с профи? Лайфхак пятый. Наливаем чашечку вкусного ароматного кофе и слушаем очередной лайфхак от Ирины Цруниковой. Рубрика «Вопросы и ответы». Мои подписчики задают мне вопросы. Как сейчас во время санкций можно отправлять денежные переводы из Германии в Россию? Возможно ли переводы из Австрии в РФ? И Марат Якупов написал: «Sie können kein Geld nach Russland überweisen». Вы не можете деньги в Россию отправлять. Как материально помочь родственникам в Украине, Казахстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Молдове? Как оплачивать онлайн-занятия и курсы и переводить деньги из Германии или Австрии в Россию в период санкций? Как сделать подарки родным за границей к праздникам? С помощью европейского сервиса «Профи» это очень просто и быстро. Я покажу, как это работает. Сначала регистрируемся в приложении сервиса «Профи». Вводим стандартные данные, после чего вводим email и придумываем пароль. Отправляем код из SMS, создаем код доступа, регистрация пройдена. Далее все очень просто. Выбираем страну отправителя и сумму перевода, затем страну получателя. Перевод страны СНГ осуществляется без комиссии по хорошему биржевому курсу. Комиссия за перевод в другие страны не более 1 евро. Возможны переводы в более чем 55 стран мира. Я покажу пример перевода из Германии в Россию. Важно, чтобы карта получателя была выпущена в банке, не попавшем под санкции. Raiffeisen, Почта Банк, Kiwi, Home Credit, UniCredit. Можно отправить деньги на карты Visa, MasterCard или Мир. Курс максимально выгодный, приближен к биржевому, так как у профи есть своя система мониторинга курса валют. Выбираем способ отправления. Тут их несколько. Можно отправить деньги с карты немецкого банка с помощью SoftWord, а также Google Pay, Apple Pay, смотря каким смартфоном вы пользуетесь. Сразу видим, сколько придет получателю в рублях. Вводим номер карты получателя, его имя и фамилию. Подтверждаем перевод. Затем вводим данные карты отправителя. Все стандартно. Деньги зачисляются моментально. Итак, переводи деньги с профи просто, быстро и выгодно. Скачивайте приложение по ссылке в описании и отправляйте быстрые переводы своим близким в страны СНГ без комиссии.